Так, вот у нас в гостях Mazda 3. Вот с таким вот на капоте приветом прилетевшим. Тут вот вмятинка рядом, но это мелочи. Аж сюда вот все вылезло. Яйцо упало. Страусиное, наверное, яйцо упало. Нет, мерзло. Мерзло. Вот пока удалось ее расковырять. Ну, вот эта вмятина тут рядом, это, как говорится, не считается. Да, вот таких вот вариантов. Вот. Тут у нас ямка. Вот, и как-то ее надо тут устаканивать. Вот что получается. Ожеванный складками металл. А здесь, конечно, верхней части, в принципе, пойдет. Такая вот хрень получилась. Ну, сейчас будем дорабатывать, а что делать? Также не будем оставлять. Вот так не видно. Ладно, потом покажу. Так, здесь все покореженное. Вот она. Ничего я не смог сделать. Ну, если что, под покраску. Если захотят. Вот я снимаю специально. Я не смог ничего сделать тут. Да и времени нету на это.